С воскресным днем, дорогие братья и сестры, и с памятью, и с днем памяти Иверской иконы Божией Матери. С одной из известнейших икон покровительницы нашего святого храма. Сегодня мы с вами празднуем, по существу, два события. Это первое перенесение иконы в Москву во времена патриарха Никона. После чего этот образ стало любимым нашим русским народом и появилось множество списков. И многие из них прославились чудотворениями. И второе событие, которое произошло на нашей памяти 19 лет тому назад, была восстановлена Иверская часовня у Воскресенских ворот, у Красной площади. И вновь с Афона была перенесена на Афоне писанная икона Иверская Божией Матери. Второе событие для нас имеет важное значение, потому что Иверская икона заняла свое историческое место у входа на Красную площадь. И с этого времени ежедневно, в течение всего дня, в Иверской часовне перед этим образом служится молебны с акафистом Святой Богородицы. И множество народу приходит, чтобы поклониться Пресвятой Богородице, попросить у нее помощи и заступления. И вот в нашем храме тоже есть образ Пресвятой Богородицы Иверской, писанная на святой горе Афон. На обратной стороне этой иконы стоит печать Водопекского монастыря. Именно там она и была написана. Характерной чертой Иверской иконы Божией Матери является рана на лице Пресвятой Богородицы, кровоточащая рана. И мы с вами помним, что в Никее, во времена иконоборчества, когда был приказ иконоборческих императоров изъять иконы, и были посланы воины, которые ходили по домам, и вот в доме у одной женщины благочестивой они увидели икону, и один из воинов копьем ударил в лик Пресвятой Богородицы, и оттуда из этой раны потекла кровь. И вот эта черта является характерным признаком Иверской иконы Божией Матери. Если взять внешне, Господь меня сподобил в сентябре этого года поклониться первообразу той самой Иверской иконы Божией Матери в Иверском монастыре на Афоне. И вот я скажу, что вот нашу икону я абсолютно не узнал.
Потому что, дорогие, в нашем сегодняшнем понимании современном список с иконой – это по существу фотографическая копия. И мы вот воспринимаем так, что вот список, он должен повторять полностью всю икону. Наши же предки. Они отнюдь так не считали. И у каждой иконы были свои характерные черты. А возьмем нашу икону Три Радости. Уж какая у них всевозможная иконография. Вот если бы не отличительные признаки, то что на иконе изображен Иосиф Обручник и Иоанн Креститель, мы бы никогда бы с вами не сказали, что вот та икона, которая стоит около закрытого входа в центральный предел, это икона Божьей Матери Троицы. Но к ней мы обращаемся точно так же, как к той, которая была привезена из Италии. Вот так же и с иконами Божьей Матери Невесты. И самое близкое к первообразу – это та икона, которая 19 лет тому назад была привезена в Сарон. Была вновь специально для нашего стольного града написана в Москве. И мы знаем, что множество случаев помощи и чудес происходило от этой иконы. А в прошлые веки, до 17-го года, ведь был и такой обычай, что по ночам чудотворные иконы, это относится к Иверской. И к иконе Божьей Матери нечаянная радость и к другим иконам. По ночам эти иконы возились по Москве. Возились по домам, где служились молебны по различным случаям. По различным нуждам. И, кстати, в Иверской часовне, вы все хорошо помните, что там три образа Пресвятой Богородицы Иверской. Одна вот центральная, которая была 19 лет назад написана на фоне, и две боковые. Боковые, они еще назывались подменными. Почему? А потому что когда основной образ уезжал для поклонения, то один из боковых образов ставили на центральное место. И перед ним тоже молились, и приходящие люди. Они не считали, что вот та самая основная, главная, чудотворная икона, она отсутствует, и поэтому Царицы Небесной здесь нет. Она здесь все равно продолжала оставаться. Так же, как и было там, с этим образом. Вот, кстати, одна из икон из Иверской часовни находится в храме Всех Святых в Сокольниках. Когда
Встал вопрос о восстановлении Ивельской часовни у Красной площади. То тоже поднимали вопрос. А может быть, ту икону из храма в Сокольнике изъять оттуда и перенести в Ивельскую часовню? Но поскольку было доказано, что та икона не центральная, а подменная, то ее было решено оставить на том месте, где уже многие десятилетия москвичи привыкли ее видеть. А центральную икону написали заново. Дорогие, вы все, конечно, хорошо помните, знаете историю, как эта икона оказалась на Афоне. Кстати, будучи на Афоне, я с удивлением узнал, что во времена иконоборчества было принято спасать иконы от поругания предавая их морю. И в целом ряде монастырей есть иконы, приплывшие на Афон аналогичным образом. Я, конечно, все монастыри афонские не посетил. Историю всех икон знать не могу. Но вот в Филофейском монастыре, главная святыня, икона Божией Матери, сладкое лапзание, она тоже точно так же приплыла по морю и была обретена на берегу моря. В монастыре Ксенофонта точно так же приплыла икона Георгия Победоносца. И точно так же, как Ивельская икона, она была поражена мечом воина-иконоборца. И оттуда также брызнула кровь. Так что, дорогие, Господь и Пресвятая Богородица и святые угодники нам показывают множество случаев заступничества, множество чудес. И мы с вами будем укреплять свою веру и прибегать ко Пресвятой Богородице, чтобы она и нам помогала в наших нуждах. Аминь. Храни вас всех, Господь.